Это что? Ай, это что за фигня? Это что такое? Это как? Это офигеть! О, что у тебя про... Лук на прочность один. Чё? Давай, давай, чё у тебя там, лук зачаренный? Сколько там, давай? У тебя костежок поломался. Чё? Братан, как там это, под водой? Я тут. Привет. Каркар. Подписывайся на канал. Можешь по мне попасть? Давай я ближе подойду. А ну слазь! Слазь! О, господи, как это было страшно! Офигеть они быстрые! Чё с вами не так, пацаны? Да... Почему? Успокойся, да я тебя прибью! Ай! Костежопа не трогаю только, давай. Вот так вот. А, отлично. О, костежопа и костежопа. Каркар. Блин, вот бы покушать сейчас. Ммм, как вкусно. Да кушай, 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 мой маленький, миленький. Сколько тебе? 100 грамм, килограмм, тонну. Куда побежал? Я тебя люблю. Вернись. Все, сиди, кушай. На руку, кушай, кусай. Вкусное. Я тебе наврал. Я вернулся в Майнкрафт. Петр, стой на месте. О, опять покушал. Капец ненасытный. Ну подумаешь, там 2 месяца не ел. Надо подписаться на канал, если вы здесь впервые, и поставить лайк. Давайте, даю вам на это 3 секунды, подписывайтесь, мы здесь любим новичков, ну и ставьте лайки, все абсолютно до единого. Раз, два, три. Поставили лайк? Спасибо большое. Хрюкало, привет, будешь мясо? Ты что, дурак? Это твой брат? Блин, надо попросить прощения. Твой брат был вкусный? Плохое прощение. Забыли историю. Хрюкало ничего не видел. Петр, иди сюда. Пока. Так. А, ночь, погоди, нет, Петр, иди обратно. Костяная лошадь просто так не появляется. Она появляется после какой-то молнии. Я не знаю, как это происходит, но это очень страшно, странно и... Страшно! Ква! Паук! Нет паука. Сегодня мы отправимся на приключение с Петром. Надеюсь, он не сдохнет. Тут скорее я сдохну, чем этот засранец. Пойдем. Нам нужно искать эндерперлы для того, чтобы построить портал в край. Петр, ну-ка, ищи эндерменов. Петр. Ты что, дурак? Сам ты дурак. Мне эндермен нужен. Ягода. Господи, боже мой, как ты меня пугаешь, ягода. Петр, Петр, я что-то вижу. Петр, мне кажется, сзади эндермен. Вот ура! Вот он, Петр, это эндермен? Сейчас проверим, если выпадет эндерперл, значит эндермен. Ай! Петр, боже мой, Петр, кушай, кушай, кушай. Так, это не эндермен, я чуть Петра не убил. Так. Может, под водой? Нет. Может, над водой? Нет. Тут только этот, субмарина, господи, подводная лодка, Петр 3521 БМ. Боевая машина пехоты. Как же быстро ты плывешь, господи. Прям как я, когда меня батя на Черном море в 2004 году бросил, и такой, плыви, сынок. А я такой, о! Тари-дарай. Ребята, это овца! Ты чики-бомбони? Никто не может быть второй чики-бомбони! Петр, ты ничего не видел. Ква! Лисица! Капец, посмотрите, какая она милая! Вот бы сейчас ее приби... Петр, плыви, я в тебя верю! Петр, давай! Нам нужно как минимум 12 эндерперлов. Чем больше, тем лучше на самом деле. Опа! Черепаха! Она нам скажет, где эндермен. Черепаха, ты мудрая. Черепаха, черепаха, где эндермен?
Ты что, поехавший, что ли? Я долбаная черепаха, я не знаю, где Эндермен. Как же это долго. Вылазь оттуда, господи. Алло. Да мне вообще все пофигу. Ура! Победа! Комментарий дня. Чтобы туда попасть, нужно просто написать комментарий. И один из них попадет в следующее видео. Твой... Ты успокойся, блин, господи. Так, вот, вот это мне не нравится. У меня нет щита, боже. Богдан, зачем ты вообще пошел? Зачем ты... Наверное... Давай. Пётр! Твою ж ты налево! Сиди на месте и не трогай ни... Или ты не Пётр? Ты Пётр или не Пётр? Ты не Пётр! А где же... А где Пётр? Я не понял. Вот это плохо. Вот это, блин, плохо. Ты налево! Мамочки! Я слышу, как собака лает. Это точно Пётр? Так, Эндермен, дай мне свой Пёрл. Это не Пёрл. Это Пёрл. О боже! Наступила ночь! О, Пётр, пока ты там вылазил со своей... Мама, чё? Пётр, бляха, муха! Пётр, кушай его! Кушай скелет! Уходи. Вот так вот. И туда, и тут. Пётр, не подлазь под бечь, я ж тебя прибью. Опа. Давай, кушай его, кушай зомби. Кушай скелета, кушай зомби. Я хороший хозяин, как бы, только хорошее могу своему питомцу давать. Пётр! Где мы, блин, находимся? Мама! Бу! Криппер! Петр! Хва! Как ты же его остался, господи! Постоянно телепортируется прям ко мне. Так. О, уголь. Да будем уголь. Мы ищем эндерменов. Долбаные криперы, почему ты сюда спавнишь? Ты дурак, что ли? Куда ты телепортируешься прям? Господи, боже мой, глупый ребенок, что ты делаешь? Почему? Почему ты телепортировался? Куда? Ты моего Петра не трогай! Кушай, Петр, кушай, маленький, господи, боже мой, так... Так. О, ты бил Петра, получай, скотина, ты бил Петра. Блин, с ним так сложно воевать. Ать! Ужас. Спасибо, Петр, что не сдох. О, 30 уровень, кстати. Хорошая ферма опыта получилась. Хва. Это что за фигня? Что это за дичь? Ну? Так, блин. Кажется, мы пришли домой. Мы ищем эндерменов. Эндерменов дома нет. Ягодки. Ягодки. Я сажу с ума. Это что? Это деревня. Это деревня. Свистать всех наверх. Богдан пришел. Свистать всех наверх. Петр, мы деревню нашли. Опа. Опа. Ого. А чё все такие маленькие? Здравствуйте. Ой. Как дела, пацаны? Как дела в качалке, пацаны? Ты будешь торговаться? Ну-ка. Если ты не будешь торговаться, чё, офигел? Ладно. А ты будешь торговаться? Чё? Чё? А почему? А почему? О, картошка. Когда нашел картошку. У-у-у.
Хлеб, ягоды. А я вам отдам землю. Да. Звучит как равноценный обмен. Да. В смысле, никто не хочет со мной торговать? Ты будешь торговать? Что ты вообще тут делаешь в лесу? Да пошел! Будешь торговать или нет? Морковна. Да пошел ты нафиг, что за дичь? Петр, укуси его за жопу. Петр, вылезь из воды, я ж тебя не дождусь до 2023 года, блин. Вылезь оттуда. О боже мой, что ты ко мне привязал? А, морков. На. Теперь ты должна меня любить до конца своей жизни. Не знаю, как это произошло, если че. Хва. Гендермены! Не вижу! А-а-а! Мать моя женщина, Пресвятая Богородица! О, господи! Правильно, Петр, вали домой! Чё за... Сиди тут, скотина, ты так... Сиди, я... Сядь на место и сиди, всё. Чтобы не забыть, где Петр, построим очень красивую и столб. Произведение искусства. О господи, дурачок, успокойся, я не буду тебя убивать. А вот мой лук на прочность 3, что-то там 4, будет. Почему эта серия превращается в зачистку долбанного фортпоста? Господи, ай. Слушай, так твою налево, чего так много? Ходи. И Петр там такой сидит, смотрит, о, хозяин опять дурней страдает. Мамочки родные, боже мой, у меня мурашки по телу. У меня тело по мурашкам. Ой, мурашки по телу. Короче, поехали. Летаю в магазин. Выкупаю в магазин. Стрелы. Да, стрелы мне понадобятся. О боже, да по одному. Пацаны, успокойтесь, блин. Пацаны, ай, а, о боже. Вот это бой. О, господи, почему вас так много здесь? Да ёпер СТ, почему? Я всего лишь пришел ограбить их дом. Ой, блин. О. Так, это значит рейд будет, да? Ну, в деревню я больше не приду, как бы, потому что ее не будет, ее снесут. Господи. Да боже! О, боже! О, нет! Ой, о, 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 ХП! Ну, регенция, ХП, регенция. Почему жизнь не восстанавливаю? Да сдохните, все, пока, до свидания. До скорой встречи, блин. Я не думал, что она будет настолько скорой. Не хочу я с тобой видеться, пока. Пока. До встречи, до свидания, пока, 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 пока. Боже мой, Петр, я справился, я молодец, я иду. Нафиг. Домой. Господи, какая страшная серия. Уходим отсюда. Боже, боже, блин. Да почему так страшно? Долбаный Майнкрафт. Это был второй? Это был второй? Первый еще не умер. Трындец. Лицо человека, который сыграл полчаса в Майнкрафт. Петр, пошли отсюда нафиг. Скелеты. Три скелета. Ай! Мне трындец! А почему так много монстров? Петр, ты живой! Слава богу! Лези, я строю дом. Дом построен. Все. О, блин. Чувствую себя хорошо и уютно в этой замечательной квартире. 85 квадратов, 3 комнаты, душ, ванная. Доступное жилье, так сказать. Ну его нафиг, я не буду возвращаться пока что домой, вернемся уже в следующей серии. Пока! Всем спасибо, что смотрели, тыкайте на вот эти ролики, смотрите, если вы еще их не видели. А если видели, то просто заходите на канал и смотрите там более старые ролики. Давайте, удачи всем и...